Сегодня российскому сегменту интернета, или попросту Рунету, исполнилось 20 лет. Многие из нас уже не представляют своей жизни без сети. Общение с друзьями, игры и поиск интересной и нужной информации – лишь малая толика того, что можно делать в ней. Сегодня мы узнали у брачан, зачем же им нужен интернет. Зачем вам вообще нужен интернет? Для общения с окружающими, которые мы не можем видеть часто. Можете назвать сайты, на которых чаще всего бываете? Одноклассники. А почему именно эту социальную сеть выбрали? Ну, там и заставка красивая, разноцветная, там намного интереснее. То есть оформление для вас сайта многое значит? Да. Самое доступное, как средство массовой информации. То есть можно узнать все, что угодно. Как бы. Вплоть для погоды. Ну, я вот с утра погоду посмотрел, и как бы вот, пожалуйста, это тепло. А я уже с утра знал, как бы, и уже обрадовался. Я смотрю сериалы, вот, например, «Великолепный век». Я не всегда могу посмотреть это, так скажем... По телевизору? Да, по телевизору, поэтому это очень удобно. Включаешь, когда ты хочешь посмотреть. Я даже не мыслю сейчас без интернета жизни. Любой вопрос я могу задать и получу ответ соответствующий. А какие вопросы любите интернета задавать? А какой всплывает в жизни? То для всего. Для музыки, для развлечения. Ну, а новости там какие-нибудь не читаете? Да, ну и новости тоже, конечно. Вы пользуетесь интернетом? Нет, я вот не пользуюсь. А хотели бы научиться? Да хотела бы, но вот в годах уже, если не знаю, научусь или нет. А что бы вы искали в интернете? В интернете? Даже не знаю. Мне в интернете охота узнать, как люди живут в других странах, где, в общем, такое все охота узнать. Если все-таки сидите, на какие сайты чаще заходите? Ну, ВКонтакте и все. И больше ничего не интересует? Ну, Википедия, тыма. А зачем ВКонтакте сидите? Пообщаться с друзьями, одноклассниками. Ну, а разве не хватает общения в школе? Ну, школа-то школа, а социальные сети другое совсем. Какие рецепты там, что-то поискать, где-то что-то купить, посмотреть. И в основном все. А через интернет много чего покупаете? Нет, я не покупаю через интернет. А почему, боитесь? Ну, как бы, не знаю, не то что боюсь, но... Как-то нахожу и пока еще все в городе, в наших магазинах. Без него как без рук. То бишь, он и по работе помогает, и консультирует в любых других сферах, и просто даже жизненные советы дает. Можете вспомнить последний запрос, который вы ввели в поисковике? О, да. Где найти деталь стоимостью 5000? Где ее найти, приобрести и заказать, чтобы доставили мне ее. Вы часто заходите в интернет? Ну да. Как часто? Ну, каждый день. И подолгу вы там сидите? Да, наверное, часа по два, по три. Уроки делать, какие-то презентации делать, сообщения готовить. Или списывать? Ну да. Интернетом пользуетесь? Нет. А почему? Зачем? Ну как, много информации, новостей. Какой информации? Какая там информация? У нас детишки интернетом пользуются, ходят. Вот такие крючки. Мы их называем крючками.